Вот тут все прям как все как было. А это что? Оперативный журнал эфира ТВД. Да, вот журнал там вот есть. Журнал тут замечательный. Вот. Это ж важнейшая вещь, да? 13-й. Вот. И вот последняя запись. 9 февраля 2015 года. Что-то не работает ТВ2. Сегодня последний рабочий день у сотрудников телекомпании. Все программы, выходящие на канале, сегодня вы смотрите в последний раз. Нам бы очень хотелось, чтобы наш любимый Томск запомнил нас, если не веселыми, то не сломленными. И все, что мы делали с любовью к вам, наши зрители, с любовью к своему городу и с любовью к своей стране. И вот, переворачивая эту страницу, нам остается сказать только одно: до свидания, до встречи, любимый город. До свидания, город. Здравствуйте, дорогой. Спит и прицел день, а я улыбаюсь, живу и не старость. 14 целых лет. До свидания, мой любимый город. Я почти попала. Ой! В хроники твои. Скучный повод, нам с тобой так мало, надо для твоих. До свидания. Так прощалась со зрителями томская телекомпания ТВ2. 8 февраля 2015 года канал прекратил свое существование. Связисты отключили сигнал в одностороннем порядке, расторгнув договор на вещание. Ну вот, есть свет, плазма все еще есть на месте. Вон столик твой стоит, на котором ты сидела. Можно еще работать. Да я сюда, господи, я сюда, по-моему, год вообще не заходил. Потом как-то уже начинаешь это все иначе переживать постепенно. Сейчас тоже отошло, конечно, все это. Почти. Вот. Ну, вот так вот. А еще думаешь о том, что чего еще не успели сделать. Так, готовы все? Работаем. Телекомпания ТВ2, как и большинство первых частных региональных компаний в России, появилась в начале 90-х. Идея ее создания пришла в голову журналисту тогда государственного телевидения Аркадию Майофису. Итак, поступила еще одна информация, которую нам передала... У нас же был пример единственного на тот момент государственного телевидения. Другого же не было. И нам казалось, что нам надо делать ровно наоборот. Вот они рассказывают про обком партии и... успехи на трудовом фронте, нам не нужно рассказывать про успехи на трудовом фронте. Они не замечают простого человека, а нам надо замечать простого человека. Мы пришли в телевидение на такой антикоммунистической волне. Мы боролись со старым режимом, который нам казался неправильным. Да он и был неправильный. Вот. И нам казалось, что мы создаем какую-то новую жизнь. Это было тяжело, конечно. Мы же жили обычной, совершенно советской жизнью, там, трешку до зарплаты. А тут понадобились деньги для того, чтобы купить какое-то первое оборудование, что-то еще. И я взял в банке кредит и стал должным сразу какие-то нереальные, совершенно фантастические деньги для меня. В этом было очень много эксперимента. Очень много авантюры. В этом изначально не было ни грана расчета и бизнеса. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Первое серьезное испытание выпало на долю ТВ-2 почти сразу. Спустя всего 3 месяца с начала вещания, в августе 1991 года, в стране случился путч. Центральное телевидение о нем молчало. Путч, там, переворот и Лебединое озеро, именно ТВ-2 было единственным томским СМИ, которое 3 дня рассказывало о том, что происходит в Москве. От зрителя отключается любая на всех каналах, включая центральные, информация о том, что происходит в Москве. И мы поняли, что это наш шанс в профессиональном смысле, хотя мы были никакими не профессионалами. Но мы понимали, что наша задача – сообщать людям то, что их беспокоит, а не беспокоить то, что происходило, не может. Итак, Москва бурлит, танки, войска, оцеплена Манежная площадь. Второй кордон завалов. Поэтому мы были в прямом эфире с трясущимися от волнения руками, не имея никаких особых источников информации, на коленке все делая, с отвратительным оборудованием, техникой. Но мы были абсолютно искренними, абсолютно честными, и мы выполнили свой профессиональный долг. В первый же день путча предложили лететь в Москву. Мы приехали неизвестно кто, неизвестно как, из какого-то Томска. Нам понадобилось 3-4 часа для того, чтобы мы оказались внутри Белого дома. Ну и, конечно, это очень сильно как бы Томску показало, что такое вот путч, вот ТВ-2, да, это было значительное событие. Для нас были некоторое время парни хорошие, которые за все хорошее и правильное, и парни плохие, которые, соответственно, против хорошего и правильного. Парни хорошие мы им поможем, а парням плохим мы покажем. Много в истории всякой нечисти было, но вот такой мрази, как большевики, ну, поискать надо. На то, чтобы определяться с правилами профессии, мы потратили 5 лет. И вот тогда как раз у нас возникает очень важное слово возникает. Это слово «дистанция». Мы для себя решаем, что нет ни хороших парней, ни плохих парней. Все парни для нас одинаковые. И мы ни с кем не дружим. Журналистики информационной, по крайней мере, учиться нам было не у кого. Ее как таковой журналистики не было на советском телевидении. Это была оголимая пропаганда. И тут появился Интерньюз, как будто специально созданный для таких, как мы. Впервые в ТЭФе ввели номинацию «Лучшие региональные новости». И много телекомпаний подало. В шорт-лист попало 3 компании. Естественно, ТВ-2, 4-й канал «Екатеринбург» и Афонтово-Красноярск. И вдруг объявляют победитель ТВ-2 Томск. Час пик. Производитель город Томск, телерадиокомпания ТВ-2. Канал-вещатель город Томск, телерадиокомпания ТВ-2. Появляется на сцене Аркаша и говорит: я благодарен очень Академии, но эту победу я хочу разделить с моими друзьями. Я поздравляю нашу команду. Но к ТВ-2 имеет отношение только вот Виктор, наш главный редактор, и я. Прямое отношение. А здесь еще мои коллеги и конкуренты по этой номинации. Александр Карпов, телекомпания «Афонтово-Красноярск», Игорь Мишин из Екатеринбурга. Да, такого еще не было. Вывести конкурентов на сцену. Это... А Парфенов вел этот эфир, и я там помню, какие интересные регионалы. Впервые там, я не знаю, человек, который получил премию, он вызывает на сцену 2 своих конкурентов. Но этого мало. Они вдруг сказали, что эту бы премию мы не получили, если бы не Интерньюз, потому что Интерньюз нас всему научил. Манана Асламазян, иди на сцену. Я абсолютно обалдевшая, не ожидавшая ничего, была вынуждена выйти на сцену. Вы уж нас простите, что мы порушили обычные заведенные традиции на ТЭФе, но раз сибирские парни зашли на сцену, они сделают то, что хотят. Манана Асламазян, это ее победа в том числе. Я абсолютно убеждена, что все вот эти ребята, которые стоят за мной, и все 600 региональных телекомпаний России, которые работают в маленьких городах, на плохой технике, за небольшую зарплату, знают и чувствуют свою ответственность перед зрителем и понимают, что такое настоящее телевидение. Они делают и будут делать настоящее телевидение. Спасибо вам. Победителей в этой номинации мы приглашаем. Жизнь тех, кто стоял тогда на этой сцене, сильно изменится уже через несколько лет.
Игорь Мишин продаст свою телекомпанию в Екатеринбурге и переедет в Москву. То же самое сделает и Александр Карпов из Красноярска. Организация «Интерньюз», научившая профессии и объединившая сотни региональных журналистов, будет уничтожена в 2007-м. Манана Асламазян надолго уедет из России. Но в тот год еще ничего не предвещало таких перемен, и ТВ-2 принимало поздравления с первой большой наградой. За почти 25 лет работы компания получит 23 статуэтки ТЭФИ, главного телевизионного конкурса страны. В этом телевидении было все. Был профессионализм, были звезды, были деньги, были взлеты и падения. Но никогда не было пафоса. Вот такого пафоса серьезного городского телевидения. Это не озеро и не река. Это обыкновенная лужа. Вернее, очень большая лужа. Находится она не где-нибудь, а в самом обычном дворе самого обычного жилого дома. Машка, можно вопрос? Я вам еще раз говорю, уходите отсюда, пенсию добавьте мне. Тихо, тихо. Сегодня хватит. Путин общается с народом. Я знаю без вас, что Путин... Так что вы его спросили-то? Да ничего. Что ты хочешь сказать? Ну, что тебе надо сказать? Помолчи, ну что ж вы ругаетесь так? Ладно, значит пенсию надо добавить. Каким образом получилось так, что ТВ-2... стал образцом лучшей, я бы сказал, англосаксонской журналистики, я не знаю. Там не было англичан и не было саксонцев. И что это было, не понимаю. Но это было так. Именно это отличало его в первую очередь от всего остального. Владимир Познер с конца 90-х возглавлял фонд Академии российского телевидения, который учредил премию ТЭФИ. Долгое время бронзовая статуэтка «Орфея» была самым важным профессиональным достижением для журналистов России. Пост президента Академии Познер покинул в середине нулевых. Никого не осталось из тех, кого я мог бы там, может быть, несколько выспренно назвать маяками регионального телевидения. Все кончилось. К началу 2000-х на ТВ-2 поняли, что медиа – это не только способ коммуникации, это еще и бизнес. Многие региональные компании в России в это время начинают развиваться, зарабатывать и даже продавать свои активы. И тут на руководство ТВ-2 с предложением купить пакет акций телекомпании выходит Михаил Ходорковский, глава компании «ЮКОС», на тот момент один из самых богатых людей в стране. Я был категорическим противником этой сделки, но я считал, что нас покупают как политический инструмент и будут использовать как политический инструмент. И это будет концом нашей истории. Сделка длилась очень долго, несколько месяцев мы готовились к ней. И мы решили себя обезопасить перед сделкой полностью. И мы перед сделкой поменяли устав. Они не имели права вмешиваться в редакционную политику. Они не могли поменять директора. Они, собственно говоря, вообще ничего не могли из того, что нам казалось неправильным. И сделка была совершена. Через несколько месяцев, вот когда это все шло своим чередом, мне тут звонят. Ходорковский тут пролетает над вашим городом завтра. Хотел бы с вами встретиться. С вами и с теми людьми из ТВ-2, ну, которых вы считаете нужным на эту встречу позвать. Он хочет поговорить. Я сознательно на этой встрече не присутствовал. Я хотел, чтобы это была именно встреча Ходорковского и журналистов. Этот разговор хорошо помню. Если я вас могу купить, значит, вас может купить и кто-то другой. А кто-то другой может сделать из вас инструмент против меня. А вы сила здесь. Вот этого мне не надо. Вот. Мне не надо, чтобы менялась ваша редакционная политика. В тот момент, когда мы вошли в взаимоотношения с ЮКОСом, никакого даже намека на то, что у ЮКОСа могут быть проблемы, не было. ЮКОС был силен невероятно. На вопрос журналиста ТВ-2, а что будет, если с вами что-то случится? Ходорковский своей характерной улыбкой улыбнулся. Сказал, что мне трудно себе представить, что с ЮКОСом что-то может случиться. Но владел пакетом акций телекомпании ТВ-2 ЮКОС недолго. В 2003 году прокуратура возбудила уголовное дело против нефтяной компании. Ходорковский страх, во время визита в Томск дал ТВ-2 одно из последних, как потом выяснилось, перед арестом интервью. Вопрос, что мы, в общем, являемся вызовом самим своим независимым существованием. Мы самая крупная в стране компания, и мы независимая компания.
То есть больше все-таки напугала экономическая мощь, растущая корпорация? Я думаю, что не экономическая мощь как таковая, а это один из факторов завтрашней или начинающейся сегодня борьбы за завтрашнюю власть. Мы один из не субъектов в этой борьбе, а один из объектов. Ну, знаете, там, стул, стол, компания «Юкос». Вот сейчас в этой ситуации не возникло мысли, если по-честному, по-быстрому уехать отсюда, пока не поздно? Если бы я не верил в то, что в нашей стране можно построить нормальное общество при моей жизни, я бы, конечно, уехал. Я верю. Через несколько дней Михаила Ходорковского задержали. Впоследствии компания «ЮКОС» будет уничтожена, а Михаил Ходорковский проведет в тюрьме 10 лет. В соответствии с существовавшими на случай форс-мажора договоренностями, Аркадий Майофис успел выкупить у нефтяной компании принадлежавшие ей акции ТВ-2. Собственниками телекомпании с тех пор оставались лишь ее создатели. 2000-е годы в России стали во многом переломными для всех медиакомпаний в стране. ТВ-2 в это время как раз отмечало свой первый серьезный юбилей – 10 лет. Вот сейчас прямой эфир, у вас уже темно, в общем, а видите, как у нас светло. Это означает, на самом деле, что Москва от вас отстает. Отстает не только по времени, но, глядя на ваши программы, я прихожу к выводу, что отстает по сути дела. С чем я вас от души поздравляю. На тот момент ТВ-2 было на пике своего успеха и популярности, хотя в стране уже начинают происходить события, которые, как станет ясно позже, предопределят судьбу независимых СМИ. А я вот помню, как я приехала на десятилетие телекомпании, и настроение, конечно, было, прям скажем, не очень хорошее. Я помню, меня Юлия Мученик пригласила к себе в эфир в час пик, и мы с ней разговаривали. И помню, как этот разговор мне очень трудно давался, потому что еще трудно было проговаривать какие-то вещи. Мучительно. И вот я с ней говорю, и помню этот момент. Ко мне приходит понимание, что и вам, если осталось сколько-то, то все равно недолго. Ну все, то есть договорились. Сорокина тогда только что вместе с коллегами покинула НТВ, одну из лучших российских телекомпаний начала 90-х. Незадолго до юбилея ТВ-2 на НТВ случилась организованная сверху смена собственника. Многие журналисты НТВ, включая Светлану Сорокину, считали происходившее захватом телекомпании. Они не стали дожидаться предполагаемого изменения редакционной политики и покинули канал. Сегодня в течение всего дня мы говорим о событиях вокруг НТВ. Журналисты ТВ-2 в тот момент поддерживали своих московских коллег. Томская телекомпания старалась объяснить зрителям, почему так важно сегодня отстоять НТВ. Не станет ли их судьба нашей судьбой? Судьбой ТВ-2? Да. Ужас вообще ситуации заключается в том числе и в том, что в Москве происходит обкатка схемы. И если им удастся заглушить такую мощную структуру, каким без всякого сомнения является НТВ, то дальше все пойдет как по маслу. Это просто перекинется на большие и малые города нашей страны. И в конечном итоге Кремль получит то, на что он и рассчитывает. То есть он заткнет рот всем, кто позволяет себе говорить не только то, что Кремлю нравится. Почему разгон старого НТВ был такой вехой и, наверное, той датой, которую нужно помнить и нужно вписать в некоторые учебники по журналистике? Потому что это был очень серьезный, очень рубежный момент. С этого момента стало понятно, что средства массовой информации, даже мощные, даже большие, можно задавить. И я поняла, что региональные и самостоятельные телекомпании, конечно, тоже будут задавлены. Разгром НТВ стал первым уроком для всех средств массовой информации в стране. Кто-то его выучил сразу, а кто-то и не собирался. На ТВ-2 продолжали работать, как и прежде. Вот она, власть наша. Вот посмотрите. Красота! Согласование с жильцами о расселении. Раньше в Березовую речку и в госконюшню дорогу чистили хотя бы перед выборами. Власть следила за тем, чтобы избиратель мог проголосовать. Да, в чем-то сегодня задержка с уборкой. Ну, кому не нравится, езжайте на юг.
Хочется сказать и президенту, и нашему губернатору Томской области. До каких пор вы нас будете обманывать? Ельцина уже нет, Горбачева нет. Владимир уже правит Путин, а Путин он племянник Ельцина. Ну хотя бы. Все нафиг надо уже. На баррикады уже надо выходить. На баррикады. Умирать. Язык отсохнет. Ничего, Владимир Отсохнет. Да. Отсохнет, я вам. Почему это отсохнет у меня? Вот нет. Так вот, как видите, как угрожает у нас. Не надо народ держать за быдло. Не надо. Я живу в 61-го года. И такого б***ства здесь не было. Из-за того следственные действия, ничего страшного. А в связи с чем следственные действия? Будет все вопросы прокуратуры. Камеру выключить. Надо рубиться. Ага. Делай, что должно, и будь, что будет. В студию ТВ-2 еще продолжают приходить разные гости с разными политическими взглядами. Хотя разговоры в прямом эфире становится вести все труднее. Проблемы бизнеса – это проблемы с властью. Заводы как стояли, так и стоят. Они стояли и работали до ЮКОСа, при ЮКОСе. И я думаю, что будут работать после ЮКОСа. После ЮКОСа? Вы все время пытаетесь поймать меня на какой-то фразе. Я понимаю, делать вы это устали. Совершенно напрасно. А почему так осторожно отвечаете на такого рода вопрос? Потому что я так думаю. Пресса опять берется под цензуру, в том числе и региональная пресса. Опять народ где-то там, опять ему роль винтика, опять его пасут пастухи. А Владимир Путин как руководитель страны, это навсегда? Нет. Я не помню, кто первый это про нас сказал. Томская медийная аномалия про ТВ-2. Но я помню, несколько было таких заголовков в разных изданиях, несколько статей на эту тему, что вот они в Томске там каким-то совершенно чудом работают так, как будто ничего не произошло. Как будто уже там не убито НТВ, не зачищено еще множество других СМИ, не дано властью всевозможные сигналы, что так работать уже нельзя. Независимая от властей редакционная политика воспринимается как аномалия. Мы вдруг становимся Томской медийной аномалией. Пропустите скорую! Главным героем репортажей ТВ-2 всегда оставался человек с его рядовыми проблемами, горестями и бытовой неустроенностью. Их в российской провинции куда больше, чем событий радостных. Один из примеров – история бабы Маши. В день выборов она пожаловалась журналистам на свою трудную жизнь и, в частности, на протекающую крышу. Света не было. То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет, потому что я там был депутатом еще дальние-дальние времена. Поэтому не надо это рассказывать, сказки которых нет. Ладно, я думаю, что и сейчас... И не надо формировать сейчас... у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши. Ну, извините, это не наше мнение, это мнение нет, нашего это населения. Нет, это ваше формирование. Вы формируете так хорошо, население. Хорошо, Борис Алексеевич, да, давайте... Хорошо, плохо. Давайте... Вот давайте лучше рассказывайте людям правду. Делать из своего города помойку нельзя. Мы говорим и о тех успехах, которые совершаются в нашей жизни. Другое дело, но что, очень, уж очень простите, мелко. Власть, представители власти слышат и видят только то, что хотят видеть. А то, что им не нравится, они считают, что в этом виновата телекомпания ТВ-2. Да. Но это жизнь города, в котором и вы, простите, живете, и чьи интересы горожан вы представляете. Спасибо в любом случае вам. Спикер Томской областной думы счел проблему бабы Маши недостойной внимания. В городе развернулась целая кампания в ее защиту. Я сейчас только уже с этим, я в Москве. Я вы с ТВ-2, да? Да. Вот вы Мальцеву передайте, что так себя нельзя вести с избирателем. Телекомпания правильная ведет линию о том, чтобы не забывать маленького человека. Потому что иногда мы действительно за миллионами и миллиардами забываем, что есть баба Маша, которой надо отремонтировать крышу. Приходите просто так, кофейку попить, заходите. Чайку попить. Чем богаты? Такие все истории, естественно, они очень сильно напрягали взаимоотношения наши с местной властью. Ну, а опосредованно с федеральной, потому что местная власть, она что докладывала наверх? Вот смотрите, они здесь подрывают авторитет не наш, в частности, а власти вообще. Эта позиция ТВ-2 рассказывать именно про маленького человека и его проблемы все чаще сталкивала телекомпанию с людьми большими. ТВ-2, конечно, у нас не может. У нас на сельхозвыставке надо говорить о футболе, а во время футбола надо говорить о сельском хозяйстве. Сегодня бы сказали, что ТВ-2 было оппозиционным телевидением. Это неправда.
журналист в той или иной степени всегда оппозиционен, но когда я говорю «в той или иной степени», я имею в виду, что он обращает внимание прежде всего и главным образом на проблемы. На проблемы. И на тех, кто отвечает за эти проблемы. А как правило, за эти проблемы отвечает власть. Либо региональная, либо федеральная. Ты недоволен тем, что тебе свалочным газом травят? Ты оппозиционеры вот арестовали. Мы всегда бастовали. Мы все говорим, мы никакая не оппозиция. У нас есть «Единая Россия». Вот она выходит и рассказывает, что он говорит. У нас есть ЛДПР, когда были выборы. Они приходят и рассказывают, какая мы оппозиция. Мы предоставляем всем возможность сказать. Вот. Ну вот это общая тенденция, которая сейчас, вот она доходит уже до абсурда. ТВ-2 просто работала по профессиональным журналистским стандартам. Нет серых и темных зон, нет цензурных границ, которые бы оставляли за скобками какого-то человека или какое-то явление. Как бы канон, лет 15 назад это вообще не обсуждалось, но следовать этому канону в какой-то момент стало смертельно опасно. Мир меняется. Надо реагировать на внешние изменения, как бы тебе дороги не были правила и принципы, по которым ты в этот мир пришел. Игорь Мишин уже в начале нулевых решил, что у регионального телевидения в России перспектив нет. Он продал свою телекомпанию и советовал другим собственникам как можно быстрее избавляться от этих ненужных активов. Никто тебя не обязан воспринимать с твоими ценностями каждый день всю твою жизнь. И если ты хочешь коммуницировать и оставаться полезным и нужным людям, ты должен улавливать изменения в общественной конъюнктуре. Потому что медиабизнес – суть площадной бизнес. Ты работаешь на сотни тысяч, на миллионы людей. И что хорошего в том, что кто-то не предал свои принципы, а город Томск потерял любимое телевидение. Это наша проблема. Мы не менялись, мы не мимигрировали. Надо было бы, как многие считают, а мы этого не делали. Чем я очень горжусь. Ты просчитываешь риски, ты просто понимаешь, что их каждый раз становится все больше. И каждый раз ты делаешь выбор. А история выбора – это постоянно вот такие совершенно конкретные истории. Мы не согласны с курсом, который проводят Путин и Медведев, ибо это курс на произвол и коррупцию. Немцов в Томске. Немцов – федеральный информационный повод. Это интересно, важно, у этого будет аудитория. И тебе начинают трезвонить. Это еще, между прочим, времена там вегетарианские совершенно. Немцова не должно быть в эфире, потому что он плохой человек. И почему ты из-за какого-то местного начальника, который боится, что ему прилетит по башке, должен не показывать Немцова в своем эфире? С чего вдруг? Рамзан Кадыров управляет группой, которая с зелеными повязками и с криком «Путин, Аллах Акбар». Да, именно так они себя позиционируют. Вот эта группа, она сегодня лояльна власти российской, а завтра может в гору идти. Это не вопрос твоего отношения к власти. Это исключительно вопрос профессии. Борис Немцов еще не раз появлялся в эфире ТВ-2, как и другие оппозиционные политики и общественные деятели, которых на федеральных каналах уже не показывали. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Журналисты томской телекомпании ТВ-2 в 2011-м ездили в Москву, когда там начались массовые акции протеста. А в 2013-м поехали в Киев на Майдан. И сюжеты, которые они привезли оттуда, сильно отличались от тех, что показывали на главных российских каналах. За простой народ болит душа. Мы же украинцы, нация мирна. Мы всем хотим, чтобы скорее был мир. Никакого подвига в наших репортажах абсолютно не было. Они не были антироссийскими, они не были антипутинскими. Мы показывали просто картинку о том, что происходит на Майдане. Но мы не употребляли слов «хунта», «укрофашисты» и прочие эпитеты, которые звучали со всех федеральных каналов. Этот репортаж ТВ-2 о Майдане потом еще не раз телекомпании вспоминали и называли одной из возможных причин закрытия. Как и репортаж об организованной отправке добровольцев из Томска на восток Украины. Происходящее кажется нереальным, ведь официально россияне на чужой войне в чужой стране не воюют. Мы идем туда, чтобы прекратить все это беспредел вот этот их. Вот тебе прилетает такая история. Ты понимаешь абсолютно все риски, связанные с этим сюжетом. Но отказаться от этого сюжета у тебя просто вот в эфире просто никаких сил нет.
ты просто, ну просто отказываясь от них, ты оказываешься за пределами профессии и, собственно, как бы отрицаешь весь путь, который ты перед этим прошел. У меня ощущение, что мы никогда эти риски не оценивали. Ну как, это наша работа, об этом рассказывать. То есть рассказывать честно, рассказывать, проверив информацию. Но если информация такая, оценивать для себя риски, тогда что это? Это уже не журналистика. В апреле 2014 года ТВ-2 в первый раз отключают от эфира. Связисты областного радиопередающего центра уверяют, произошла техническая авария. Сломался фидер. Фидер – это кабель, который соединяет передатчик и антенну на телевизионной башне. Его надо заменить. Причина вовсе не в фидере, а причина в другом, что это политическое давление на компанию. Повоюем. В Томске начинаются акции протеста. Жители города выходят на улицу, требуя вернуть эфир телекомпании ТВ-2. Людей, которые в этом городе живут, если оно что-то значит, значит, сегодняшнее мероприятие что-то изменит. Если замолчат все, ну, это будет просто какой-то мрачный средневековый арканар какой-то, да? Для того, чтобы люди думали. Пусть неправильно думают, но чтобы они думали. Это мой родной домашний канал, поэтому я его всегда смотрел. Я сейчас месяц себя не чувствую. Я не знаю погоды, я не знаю время, я не знаю, в принципе, нормальные новости. Я понял, что это конец. Потом меня стали убеждать, что это фидер. Но мой жизненный опыт показывает, что фидеры такая штука, которые просто так не ломаются. Буквально через полгода связисты прислали уведомление о том, что с 1 января 2015 они разрывают контракт на вещание и лишают ТВ-2 эфира. И вот они нам сообщили, мы вам отключаем эфир. И все, у нас нету никаких других возможностей выходить в эфир, кроме как через посредничество вот этих государственных связистов, потому что они монополисты. И тем самым они изначально нарушают все российское антимонопольное законодательство, потому что других возможностей у нас выходить в эфир нету. А дальше другая государственная структура, которая до того нам выдала лицензию на 10 лет, эта структура называется Роскомнадзор. Они нам присылают следующее уведомление. Вы по условиям лицензии должны находиться в эфире. А вы в эфире не находитесь. И стало быть, вы нарушаете условия вашей лицензии, и мы вас лишаем лицензии. То есть две государственные структуры просто как наперсточники, как шулеры. А на самом деле, собственно говоря, это вот весь этот наш обезумевший Левиафан, он вот так вот уничтожает эту региональную телекомпанию. ТВ-2 всегда говорит правду. И критикует всяких чиновников, и всех критикует. Мы тоже критикуем, но у нас голоса нету. Нас, к сожалению, в стране не любят критику в каком-либо проявлении, а еще больше, наверное, не любят правду. Вот это количество народу, это позор для Томичей. Здесь должно быть в 20 раз больше, в 30. Руки прочь от ТВ-2! Руки прочь от ТВ-2! Сегодня закрывают телекомпанию ТВ-2, завтра могут также беззаконно закрыть любую другую компанию. Александр Карпов специально прилетал в Томск в момент закрытия ТВ-2, чтобы поддержать своих коллег, с которыми когда-то в 90-е он создавал независимые медиа. После продажи своей телекомпании Афонтова в Красноярске он какое-то время работал в Москве. Последние 20 с лишним лет я работал в медиа. Ну и у меня есть определенные принципы, типа, как работать в медиа. Вот, достоверность, объективность и работать на каких-нибудь других медиа государственных я не могу. Ну мне это просто противно. В городе снова проходят акции протеста. Создается инициативная группа, которая собирает подписи под письмом президенту России с требованием оставить томскую телекомпанию ТВ-2. 6 тысяч человек вышли в защиту телекомпании в мороз. Была ужасная холодрыга. Я тогда подумал, что, ну, возможно, что-то изменится. Возможно, власть увидит. Ну, как бы для меня это была последняя точка, когда просто власть взяла и проигнорировала 6 тысяч людей, которые вышли на центр площади. Пришло бы 10, 20 тысяч, 30, там уже было принято решение, было плевать. И мы сейчас видим, сколько бы людей не выходило, сколько бы не подписывалось, сколько бы кого-то не поддерживалось, но
Это не имеет наверху никакого значения. Если они что-то решили, они этого менять не будут. Контактный телефон обязательно. Письмо Владимиру Путину в защиту ТВ-2 в Томске подписали больше 14 тысяч человек. В администрации президента его приняли, зарегистрировали и сказали ждать. Но ответа не последовало. Я вот еще всегда поражалась, когда думала о механизмах этого уничтожения, что вот мы-то ТВ-2-шники. Мы все эти годы, вот мы в эфире, в прямом эфире, вот наши лица, вот наши фамилии. А эти люди, которые решили уничтожить телекомпанию, за которыми власть, сила, мощь, деньги и вообще все, они как-то трусливо прячутся за какие-то фидеры, за какие-то бумажки, за какие-то аббревиатуры. Руководители федеральных структур, которые якобы принимали решение о закрытии ТВ-2, это главы РТРС Андрей Романченко и Роскомнадзора Александр Жаров, за все время ни разу свою позицию не прокомментировали. В кинотеатре «Октябрь» собралось много всяких людей, в том числе я вдруг увидела Жарова в проходе. И я к нему как-то так норовила разминуться, а он, значит, ну вот, сейчас Сорокин мне еще тут будет что-нибудь про ТВ-2 говорить, потому что, видимо, к нему уже подходили. И я тоже говорю ему что-то, говорю, что за бред вы затеяли с этим фидером, с лишением лицензии, это того, что, говорю, я не понимаю, что это. И я помню эту такую сытую физиономию, которую мне в лицо стал громко хохотать. Он стоял и громко хохотал мне в лицо. В ответ на мой вот этот вопрос, представляете себе? Просто символ вседозволенности, безнаказанности. Начальник РТРС. Господин Романченко. Мне говорили, ты напиши ему письмо как есть. А то вы кричите, вы обвиняете, вы выходите на митинг. Ты по-человечески ему расскажи. И я был уверен, что это совершенно бесполезно. И я ему писал, и искал фразы, и говорил о том, что, возможно, я был неправ, и мы все здесь были неправы. Но ведь рушится дело, которому отдали 25 лет. И какое дело? Вы же все это сами знаете. Это же все происходило на ваших глазах. Ну нельзя так. Если вы хотите, чтобы мы извинились перед вами, мы извинимся. Я вообще готов на очень многое пойти, чтобы это сохранить, просто потому что нельзя. Это нельзя, вы что? Там же люди. Я все это писал. И это все очень смешно. Честно говоря, мне тогда казалось, Новый год они нас все-таки не отключат, отключат попозже, потому что, ну, это уж слишком по-киношному даже. Но они ничего не постеснялись. Вот прям пробили кремлевские куранты, и нас вырубили, отключили из эфира. Вот так вот ТВ-2 отключили от эфира. Конечно, обидно. Всех с Новым годом. Через полтора месяца, 8 февраля 2015-го, истек срок лицензии вещания в кабельных сетях. Роскомнадзор лицензию не продлил, и телекомпания ТВ-2 прекратила свое существование. Спасибо судьбе за то, что в жизни каждого из нас, кто здесь находится, был этот телеканал. Были вы, наши зрители, которые, ну, мне кажется, нам подарили то, что, в общем, невозможно оценить. Ваше тепло и вашу память. Мы стали частью вашей жизни, а вы, поверьте, важная часть нашей жизни. Так что я думаю, ну, мы увидимся, если что, обязательно. Шел на эфир, думал, надо еще раз назвать фамилии тех, в общем, мерзавцев, которые нас уничтожили, которые помогали им это делать, а потом решил, да бог с ними. И я сначала создавал альтернативное другое телевидение. Через какое-то время я вдруг догадался, что то, что мы сделали, это бизнес. А сейчас я понял, что мы создали ценность. На бумаге она принадлежит мне. Но по факту и город сделал все, чтобы я так подумал, это принадлежит городу. Суды по делу ТВ-2 были закрытыми. Поводом для этого стало то, что на них может быть разглашена государственная тайна. Все решения, которые выносили судьи, были не в пользу ТВ-2.
В итоге одна за другой судебные инстанции постановили, что телекомпания с четвертьвековой историей прекратила существование в полном соответствии с законом. Сейчас мы знаем, что решения по нам принимались на уровне, что лестно, конечно, на уровне администрации президента Российской Федерации. Можно как угодно относиться к Путину, но ему нельзя отказать и в определенном и в уме, и в определенной интуиции. Он прекрасно понимает и чувствует, какую опасность представляют собой подлинно независимые местные СМИ. Они могут играть решающую роль в таких вещах, как выборы. Ведь выбирают на местах, а не в Кремле. Я считаю, что надо быть гибким, уметь работать на компромиссе, а не на бескомпромиссном отстаивании самого любимого и самого дорогого принципа. Просто у бескомпромиссной позиции есть цена. С компромиссами же штука какая? Это коготок увяз, все птички пропасть. Вот в России это правило действует жестко и неукоснительно. Я не знаю исключений. Надо понимать, что эта система, она требует от тебя, ну, не просто того, чтобы вот ты подчинялся цензуре. Этого недостаточно по нынешним временам. Надо еще, чтобы ты занимался самоцензурой. Равным образом, сейчас ведь требуется не просто лояльность, а требуется опережающая лояльность. Ну и в конце концов, от тебя же требуется не компромисс, требуется, чтобы ты полностью изменил себе. Цена вопроса. Чьи-то принципы или удовольствие почти миллионного города от того, что у него есть родное телевидение? То есть это политическое убийство? Да нет. Убийство телекомпании. Это не политическое убийство. Это убийство по глупости. Людей, от которых зависело принятие решений. То есть ТВ-2 сами виноваты? Абсолютно. Начальники ТВ-2 сами виноваты. Всегда. Мы, так сказать, все живем в сложных обстоятельствах. И каждый из нас идет на компромиссы, должен понимать, на что он идет, не предает ли он себя, например, или других. Но бескомпромиссно невозможно жить вообще. Вот я не знаю, в какой степени ТВ-2, вот вы все, об этом думали. Потому что очень хорошо сказать, нет, мы принципиальные, нет, мы вот это вот. Вы подумайте, во-первых, для кого вы работаете? Нам приговор был подписан давным-давно. И ничего изменить было абсолютно невозможно. Мы могли уйти некрасиво, мы могли уйти трусливо, мы могли еще какое-то время посуществовать, вылизывая какую-нибудь единую Россию. Но это все равно бы закончилось тем же самым. А мы ушли с достоинством. Мы потеряли очень много. Мы потеряли часть жизни, мы потеряли деньги, мы потеряли профессию, но мы сохранили достоинство. Время нам подписало приговор. Мы в него не вписались. Таким осторожным человеком, понимающим правила. Споров о том, почему и за что закрыли ТВ-2, было много. Одну из расхожих версий высказал в эфире телеканала «Дождь» президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Федеральная повестка, скажем так, да, федеральная повестка на региональном канале. То есть они занимались Украиной, да. Ну, какое дело Томску до Украины, да? Вот главная причина. Все эти события на Майдане, в Киеве и потом Крым, они изменили страну, и страна проснулась совсем другой в один прекрасный или непрекрасный день. И город, стал быть, оказался в другой стране. И как же, разве это федеральное событие? Но федеральная повестка вмешивается в жизнь в любом месте и в любом городе. Представьте себе, что вы сейчас работали бы на ТВ-2 и освещали бы новый поворот пенсионной реформы. Как бы вы работали? Как обычно. Как обычно. Наверное, у вас были бы не только радостные вопли по поводу того, как здорово, что теперь бабам на 8 лет больше надо работать. Наверное, было бы и что-то другое. А там, глядя на вас, еще в каком-нибудь небольшом городке кто-то расправит перышки и тоже начнет. Пример, еще пример. Ну, это же так непростительно. Пример очень заразительный. Все время, когда отыгрываешь ситуацию назад, пытаешься подумать, а вот если бы я вот этого вот одного, другого, 9-го, 10-го, не сделал, как бы оно было. Но каждый раз, когда я проигрывал в голове эту ситуацию, я понимал, что вот этого одного, второго набирается очень много.
В общем, ты понимаешь, что у тебя список грехов очень большой. А когда ты еще понимаешь, что в числе этих грехов, например, находится твоих, которые тебе вменяют, телекомпанию вменяют, находится еще бессмертный полк, про который ты вообще, ну, сразу не думал, что это тоже будет проблемой для телекомпании. Впервые «Бессмертный полк» прошел в Томске в 2012 году. Придумали и организовали акцию три журналиста ТВ-2. Движение в 10:10 после того, как мы пропустим военную колонну и военную сеть. Их идею подхватили другие региональные компании, и уже через несколько лет «Бессмертный полк» проходил в десятках городов России. Акцию заметили в Москве, и у нее тут же появились кураторы от власти. Кто-то принимал решение, и для кого-то это был такой звонкий идеологический маркер. Он сказал, конечно, на наше, на святое замахнулись. Просто в чем упрекали? Значит, формат памяти решили поменять. Вот как кто-то, да, где-то в Сибири может каким-то образом изменить формат памяти. Что такое формат памяти? В представлении наших врагов, вот этих как бы истинных патриотов России, мы приватизировали главную скрепу, хотя это было абсолютно смешно. Мы ничего не приватизировали. У нас в недрах нашей телекомпании, нашей вообще структуры, было три человека, которые с детства со своими дедами ходили на эти парады. У одного из них дед был героем Советского Союза. И они видели, как это умирает вместе с их дедами. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Есть что-то в истории ТВ-2, о чем вы жалеете? Да нет. Как можно жалеть, по большому счету, о чем-то, когда... Мы сами своими руками создали себе 25 лет счастья. 25 лет удивительного профессионального существования, человеческого. Это же была не только работа. Ну, кто еще может этим похвастаться? Мы жили этим. Очень большая вина. И наша вся. Потому что вот это же люди делали эти медиа. Но просто конформистов все-таки в нашей вот этой среде регионального телевидения, региональных телевизионщиков оказалось больше, чем людей независимых, мыслящих. Поэтому мы имеем такую страну, к сожалению. То, что произошло с ТВ-2, произошло вообще в стране, в той или иной степени. Произошло уничтожение регионального телевидения. Его больше нет. Его сочли, очевидно, опасным. Так или иначе, все остальные региональные компании, их владельцы и гендиректора сумели как-то, в общем, найти какой-то компромисс. Ну, то есть ситуация, вот, допустим, моего выбора. А я не с большим удовольствием расстался с 4-м каналом. Я просто ушел в сторону и сказал, мое время истекло, продлять не будем. Но сейчас телеканал совсем не тот? Конечно, не тот. Ну, это у меня никакого отношения не имеет. Мне кажется, это была мощная попытка отстроить эту самую новую журналистику, которая завершилась. Осталось ремесло, ремесло манипуляции. Качественное такое, у некоторых даже почти талантливое. Но это другая история. Я отрезаю все, что связано с Россией. Это не моя страна больше. В том виде, в котором она сейчас, она не может быть моей. Основатель ТВ-2 Аркадий Майофис сейчас вместе с семьей живет в Израиле. Он уехал из России на следующий день после отключения телекомпании от эфира. Ему пришлось все начинать с нуля. Мы всего лишь хотели жить по законам профессии, больше ничего. Сейчас профессии не существует.
кем бы мы были, чем бы мы занимались. Хватит грустить. Хватит. Это я и себе тоже говорю. Не надо. Это уже история. Как телекомпании ТВ-2 больше нет, но есть ТВ-2 как сайт. Сегодня его делают всего несколько человек, в том числе журналисты, которые проработали в компании больше 20 лет. Бессменным главным редактором ТВ-2 остается Виктор Мучник. То, что с тобой случилось, в этом есть логика, что мы в это время никак не вписывались. То есть было время, которое было с тобой, и ты был его частью. А сейчас время, которое против тебя. А, пожалуй, что анекдот расскажу. Это старый еще советский анекдот. Про иностранца, который прогуливался по улице, провалился в канализационный люк. И возмущенно говорит, что за безобразие, почему тут хотя бы не могли поставить флажки. На что ему резонно отвечает человек, который находится рядом. А разве, когда вы пересекали государственную границу, вы не видели большого красного флага? Тут у нас вот такое пространство. Пространство высокого травматизма. Мы в нем живем. Судьба. Не уроните кошку.